И нужен камень. Я думаю, надо копать вниз, чтобы добыть камень. Погнали. Майнкрафт пошел. Главное под себя не копать. Там, думаю, все будет хорошо. Интересно, далеко ли я ушла? Убийцы, кажется, отстают. Наконец-то. Правда, моих верных подданных тоже нет. Что ж, придется мне остаться и выживать. Мне кажется, тут будет мой новый дом. Нажмите, чтобы продолжить. Так, выбралась наружу. Хрена, тут крысы большие, как я. Почти как деревья. Ну, в смысле, что как люди получаются по росту. Неудивительно. Одежда у них так-то есть, да, и мечи. Так, строй базу. Развивайся, улучшайся. Это хранилище. И все, почему-то ушел. А почему ушел чувак наш? Я думал, это брат. Ваше Величество, как вы? Попробуйте нажимать ВСД, чтобы двигаться, пробел, чтобы двигаться. Так. Используйте среднюю кнопку мыши, чтобы перемещать прицел. Попробуйте посмотреть вокруг. Не понял. Отлично, вижу, у вас все хорошо. Все взаимодействия основаны на прицеливании. Не забывайте использовать мышку. Теперь буду учить вас тому, что... К чему вы, возможно, не привыкли. Прошу следовать моим указаниям. Давай, чувак. Сперва позвольте научить вас взаимодействовать с объектами на примере собирания. Ну, допустим, с помощью левой кнопки мыши можно взаимодействовать с объектом. Попробуйте передвигаться, прицеливать, взаимодействовать, чтобы нарубить бревен с дерева ширколиста. Так, бежим к дереву. А, зажимаем, зажимаем, друзья. Так, дерево срубили. Вы часто будете сталкиваться с аналогичной ситуацией, когда объекты расположены в одном и том же месте. В таком случае нажимайте Tab, наведитесь на нужный объект. Попробуйте нажать Tab. А, можно, то есть, собрать. Удерживать предметы, наведитесь на место, куда хотите их положить. Положите предмет в хранилище. Так, есть. Давайте дальше забирать. Еще одно бревно. Так, еще это дерево тоже надо срубить, насколько я понял. Отлично, если не срубать растения и деревья полностью, со временем они отрастут обратно. Следующее действие — добывать. Выполняйте действие добывать можно, как ни странно, с помощью левой кнопки мыши. Можно получать из клеток ресурсы. Перемещаясь, прицеливайтесь, взаимодействуйте с объектами, чтобы получить землю и положить ее в хранилище. Так, земля. Так, набрали земли, тащим. Так, и очко исследования какое-то получено тоже. Так, крыс, ты будешь нас обучать дальше? Еще вижу пшеница какая-то. Отлично, но будьте осторожны. Не зарывайтесь слишком глубоко, иначе рискуете, не рискуйте выбраться. Мыши не могут выбраться из земли, это странно. А теперь, используя собранные ресурсы, попробуем построить постройку. Чтобы выполнить действие «Строить», сделайте следующее. Разместите чертеж, запасите ресурсы и стройте. Нажмите Q, чтобы открыть меню команд и установить лестницу. Когда вы держите предмет, бла-бла, предметы мы сейчас все положим. Зерно получено. Приказы. Строить. Базу. Лестницу. Необходима трава. Лестница, необходима трава. И мы должны ее здесь... Видимо, поставить вот так вот, я думаю, да? Отлично, чертеж можно разместить, лишь накопив достаточно ресурсов. Когда у вас появятся жители, они будут обеспечивать поставки ресурсов. И жители здесь есть, и строительство. Но пока что вам придется заняться этим самим. Если вы разместили чертеж, то... Не там, можно отменить приказ. Когда чертеж размещается на клетках перед началом строительства, их надо вскопать. Нажмите F, чтобы взять ресурсы для чертежа. Так, бла-бла. Короче, берем. Нажмите Tab, чтобы класть предмет в хранилище или забирать его оттуда. Какое-то супер-мега странное управление, если честно. Мы берем 3 листовые. Закрываем.
Строим. Отвечу, когда у вас будет достаточно ресурсов. Да, 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 я понял, игра. Давай делать. Так, один есть. Нет ресурсов. Лестницы очень удобны для передвижения вверх и вниз. Помните, что в воздухе можно ставить только лестницы и клетки. Полагаю, вы достаточно освоились, поскольку вы уже знаете. Давайте пустим город странствующих поселенцев. Давайте сделаем вход в город в категории королевские постройки. Посмотрите подробную информацию с помощью F. Размер постройки 3 на 3. Угу. Особенности. Нужна земля, опора. Не больше одного на город, но нам не хватает камней для этого дела. Понятно. Недостаточно ресурсов в хранилище. Давайте добывать камень. Во-первых, так-то нам надо бы еще лестницу, конечно, построить. А я что добыл? Это не камень, что ли? Это земля. Давайте достроим здесь еще сверху. Так, все готово. Я, по идее, еще могу 3 взять. Только зачем мне здесь лестница? Я что-то не совсем понял. Вот это вообще нужна лестница или нет? Ну, пусть будет. Пусть будет. Раз уж начал делать, так... Так, переносить предметы одного типа. О, господи. Почему я не могу предметы нескольких типов носить? Давайте сразу пшеничку пособираем. А как собрать? А, во. Давайте все в склад тащить. Сейчас еще камней накопаем. Траву тоже отдельно надо. Угу. Ну, трава пригодится, как минимум лестницы делать. Так, еще зерно. Так, давайте доперетащим. И нужен камень. Я думаю, надо копать вниз, чтобы добыть камень. Погнали. Майнкрафт пошел. Главное под себя не копать. Там, думаю, все будет хорошо. Слушай, бля, это ж дерево аж на глазах прям выросло. Так, трава 3. Я прыгать. А я могу прыгать. То есть на одно деление можно запрыгнуть, если что. Давайте здесь типа лестницы сделаем в таком случае. Пока пойдем здесь вниз. Я думаю, как-нибудь здесь потом что-нибудь придумаем. Может, вот так лестницу продолжим. Да? Я думаю, да. Так, и по идее нам камня должно хватить. 6 камней. Ну да, естественно. Так, давайте все ресурсы сразу. Ну, я не знаю, просто они могут потеряться или не могут потеряться. Мало, конечно, по 3 ресурса можно всего лишь таскать. Но я думаю, мы потом какой-нибудь типа рюкзак сделаем или что-то, ну, похоже. Либо у нас уже жители появятся, которые будут за нас это все делать. Странное управление все еще. Сейчас я не припомню такого. Чтобы часть на мышке, часть на клавиатуре. Так, и давайте королевскую эти ворота построим. Так, вход в город. Да-да-да-да-да, бла-бла, бла-бла. Свободная земля, все понятно. Ну, пусть здесь будет вход в город, почему бы и нет. Ага. И, соответственно, нам надо 3 дерева. Как там? F. Забираем деревья. На камне, к сожалению, места не хватает. Выходим, ложим. Еще раз идем сюда. Забираем камни, 3 штучки. Выходим, несем, строим. Ну, вроде понятно. Наконец-то пришло время пустить к себе переселенцев. Наведитесь на вход в город и нажмите F, чтобы принять поселенцев. Впущенные в него город переселенцы станут жителями. Так, приходят разные группы. Впрочем, мы не можем принять сразу всех. Последствия этого непредсказуемы. Нам остается лишь каждый раз принимать какую-то одну группу. Прежде чем принять переселенцев, нажмите F, чтобы посмотреть сведения о них. Теперь выберите, с кем вы хотите жить в одном городе. Так, у нас есть Лена. Лена. Богатство 222. Крепыш. Максимум АЗ плюс 30. И счастье тоже есть. Ну и плюс у нее есть немножко травы. Мэрия. Скорость расхода веселья плюс 30%. Жесть. Подожди, а здесь, смотри-ка, двое идут. Джейк и Алтай.
неуклюжий, к сожалению. Скорость потери выносливости неактивный. Но они, короче, их двое, но они такие, знаете, своеобразные. Но я возьму двоих, мне нравится, почему бы и нет, выбрать. Может быть, они неказистые, но их двое. Да. Так, получено достижение принять мигранта. О, приперлись мыши. Принятые переселенцы стали жителями города и выполняют ваши приказы. Они разделяют виды приказов по приоритетам: работа, строительство, сбор, добыча, транспортировка. Так, можно назначить его на определенную постройку. Сейчас зданий нет. Отдайте приказ на сбор с помощью Q, чтобы жители собирали зерно. Так. Приказ собирать можно отдать, наведясь на нужный объект и нажать левую кнопку мыши. Ага. Так, приказ на сбор. Ну, я догадался, типа, вот так делаем. Все, в этой области, типа, все собираем. О, пошли работники, нормас. Вы, главное, до конца не разбивайте, нам еще пригодятся. Так, я хочу добывать, строить, добывать, снести, ремонт. Интересно. Угу. Да, нормально работают, смотри-ка ты. Красавчики, давай, трудитесь, братья. На благо этой цивилизации. Все, запрягли крыс. Отлично, большая часть растений со временем отрастает заново. Решать вам, выпалоть их подчистую, чтобы освободить место, или дождаться нового урожая. Такой урожай, как зерно, можно пускать на еду для жителей. Слишком долго голодающие жители могут умереть. Не забывайте снабжать их едой, чтобы не допустить подобного. Кроме того, на счастье жителей влияет уровень гигиены и радости. Давайте построим туалет, чтобы обеспечить базовую гигиену. Постройка для для слуг. Тихо. Так, 2 на 2 надо место. Ну, допустим. Сральник, короче, давайте поставим где-нибудь повыше. Чтобы, ну так скажем, подальше от дома. Тут и кролики есть какие-то, смотри. А что-нибудь еще есть? Больше я ничего не вижу. Так, и он пошел строить сами, да? Не, нормас. И я хочу к этому кводному прокопаться. Как мне это сделать? Приказ. Добывать. Так. Добывать. Вы можете изменить ландшафт, изолировав отдельных жителей и разрушив основание базы. То есть я не могу под базой вот так сделать, что ли, или как? Давайте по одной тогда копать буду. Я хочу здесь тогда лестницу, что ли, поставить. Давайте вот так вот пока что. Да, давайте так. Все, копаем, давай, друзья. Сейчас я вам прикажу сразу здесь лестницу строить. Так, давайте быстро строить. База. QR. Че? А, QR. Хранилище, постель, блок земли. И вот, лестница. Вот так вот нам надо 3 штучки сюда сделать. Так, и по идее мне надо лестницу еще тогда вот сюда поставить. Так, Q приказ строить. База, лестница. Недостаточно ресурсов, так, ждем. Ждем, пока они добудут ресурсы новые. Молодцы, красавчики на самом деле. Делают прям очень быстро все. Главное, сральник сделайте себе, чтобы были счастливы. Отлично, достаточно количество построек для услуг. Наверное, для слуг все-таки. Это ключ к поддержанию счастья жителей. Жители также потребляют предметы базовой необходимости. Впрочем, знаний, обретенных вами после катастрофы, не хватает для обеспечения базовых потребностей. А что за катастрофа? Так, я не понял, это кто идет у нас? Вы посмотрите на это чудо. Сейчас вам покажу. Ну-ка, иди сюда, жопа. Идет, пробирается. Тихонечко, думает, я его не увижу. Ну вот что ты тут делаешь, а, морда? Ой, покажись, уж раз пошел, так. Ой. Иди на башню, спи. Ложись. Все, вроде ложится. Может, поспит хоть. Что-то они вообще активизировали, что пипец, блин. Вроде до стрима спали, а видите, стрим начался, и все, проснулись. Так, пришла пора. А где игра? Исследовательский стол строить, во.
Для этого вам нужна древесина. Постройте лесопилку, чтобы обрабатывать деревья. Лесопилочка. Лесопилочка у меня уже на самом деле и не влазит никуда. А где буду лесопилку строить? Давайте, наверное, здесь деревья выкорчевать. Хотя, слушайте, с базой рядом деревья очень удобно. Вот здесь место бы надо поотсвободить в таком случае. Давайте отдадим приказ копать. Так, добывать. Вот так вот сделаем. Дальше дадим приказ строить лестницу. Сейчас, я сам сейчас разберусь, как это надо делать. У меня тут не этот... Блин, я не могу. Ладно. Может быть, немножко самому травы подобывать, как думаете, если я пойду, например? А вот они траву таскают. Не, нормально, нормально. Должно хватить. Идите копайте, давайте, чуваки. Да вы так долго, блин. Так вот, наверное, да? Хотя, по идее, если я ставлю лестницу, и так должно быть понятно, что там надо копать. Короче, хрен его знает. Копайте, мужики. Давайте работать. Ой, там пещера какая-то внизу-то. Смотри, под нами прям. Что за пещера? Стоп, подожди, а что это за приказ здесь? Разве кто-то отдавал сюда приказ копать? Как там, подожди? Как мне отменить? Во. Так, подожди, ну и лестницу я там тоже не хочу строить. Как это работает? G управлять. В меню G можно ознакомиться с разной информацией о городе. Короче, статистика, исследования, лидер, фильтры. Это мы все с вами разберемся. Ну, потом, давайте. Пойди строить, наверное, да? База. Я, наверное, случайно как-то тыкнул. Во, уберем пока. Это не надо. Все, зашибись. И, наверное, надо немножко сюда прокапываться. Как-то вот вниз бы сделать бы, да? Добывать. Давайте сами подобываем немножко. А подожди, а что вы стоите-то? Ребята, вы что, копаете, идите? Да я думаю, вот так сделаем здесь. Идите, идите, нехер стоять. Здесь я вам лестницу поставлю, наверное. Ну да. А может, там и не надо будет лестницы никакой. Пусть копают. А, здесь они не могут копать, здесь места не хватает им. Ну, это печально. Я просто хотел доступ к воде получить. Может быть, вот этот попробовать блок разбить? Ну-ка. Вода разольется? Да, немножко разлилась. Прибыли новые переселенцы. Так, 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 ну-ка давай. Кто там ко мне пришел? Вы уже второй раз принимаете переселенцев. Кажется, они не прочь остаться у вас. Впрочем, если никто из них вам не нравится или в городе не окажется места, нажимайте, чтобы отложить решение на потом. Так, у нас еще два дармоеда есть. Берем. Берем двоих. Нам пока нужны жители. Чем больше, тем лучше. Правда, я уже даже не знаю, как тут всех распределить. Если честно. Ой, а как ты это делаешь? А, они по стенам умеют ползать, лол. А тут не могу. А почему не могу? А здесь могу. Забавно. Но почему-то не все копают. Это странно. Так, давайте добычу еще назначим. Блин, а вы не можете по дефолту здесь добывать всегда, когда оно вырастает? Я бы хотел, чтобы вы по дефолту это делали. И почему вот здесь не копают, например? Причина-то какая? Вы не можете подойти сюда или что? А, надо два блока. Они толстые. А если мы с вами, например, сделаем вот так вот. Как думается, они пролезут? Мышь, считается, наша. И здесь, поэтому, по этой же причине они могут и здесь. Ну-ка, давай, ребят. А, блин, вы же теперь не можете залезть. Так, еще стоп. Ребята, вы че? Бля. И как это делать? Типа так. Вот так, наверное. Может быть, Сана, иди построй сюда, иди. Сана. Делай лестницу, а то мы даже забраться наверх не можем. Все. Все, решили. Слушайте, так мы почти себе игру заруинили сейчас. Забавно. Так, строить лесопилку. Ну, лесопилку дайте мне немножко времени, я сейчас разберусь. Как тут все? Блок земли вот мне надо. Вот сюда парочку сделаю. Здесь, наверное, где-нибудь лесопилку я организую. По идее, вот этот блок мне будет не нужен. Потом его в будущем я уберу. Здесь будет эта лестница, она мне
принципе, на все 100 бот. Почему он лег спать? Внизу, наверное, построю различные у них эти домики. Как вариант. Так, лесопилка. Давай. Лаборатория, лесопилка хочу. А, пока места не хватает. А внизу могу? О, я могу внизу построить лесопилку. А почему бы и нет? Пусть будет внизу. База, кстати, да, на самом деле, неплохой вариант. Неплохой вариант. Так, и еще. Ну, прикольная такая игра, знаете, залипалово чисто. Нормально, нормально, пойдет. Давайте, наверное, поможем им. В чем будем стоять тоже так просто? Немножко давайте... Скажем, чтобы, да, шевелились. А, травы нет. Постель. Вот что мне надо делать. Мне нужно очень много травы, друзья. Надо траву прям добывать и добывать. Здесь у нас много травы, здесь не очень много. И вниз я ошибка тоже прокопаться, наверное, и не смогу, да? Хотя, знаете, может, и смогу. Короче, пусть пока копает здесь. Прибыли новые переселенцы. Так, пойдем забирать. Есть еще двое. Да, есть еще двое. Ну, может быть, хватит по двое брать? Может быть, надо каких-то более умелых брать? Что это такое за кулак? Это, видимо, они насколько могут сражаться. Скорость потребления базовых предметов плюс 30. Скорость расхода гигиены плюс 30. Счастье минус 5 при сне. В постели почему-то. Эффективность производства минус 20. Скорость потери выносливости минус 30. Я вот, наверное, пената возьму. Давайте теперь уже нормальных набирать. Грызунов. Сральник, главное, там наверху поставил. Ну, пойдет, ладно. Давайте хоть посмотрим, что тут есть. Так, теперь надо думать, где у нас будут. Внизу, если мы делаем производство, тогда где-то, наверное, ниже будем делать блок с кроватями, да? Спать-то они где будут? Или просто сюда продолжим? А зачем мне, да, действительно это делать? Давайте еще все, еще одну лестницу надо сделать. И с другой стороны, нужны мне вообще здесь лестницы? Хотя это удобная лестница. Вот это не очень удобно. Да, лестницы будут здесь. Ну и, соответственно, добывать. Как-нибудь так пока, пусть будет. Здесь где-нибудь дверь потом придумаем. Ну, короче, сделаем, нормально будет, Атас. Вот эти можно будет лестницы убрать вообще. Как их убирать? Снести. Да, отлично. Угу. Вот эти три убирайте. Крысюки мои. Да, жалко, они спят, конечно, на земле еще. Все. Так, теперь G. Нет, не G. Никуда. Q. Строить. База. Блок земли. Вот сюда. Думаю, сейчас они все сделают как надо. Так, лесопилку они построили. Отлично. И нужно дерево теперь производить. Так, большой построк тиры, когда туда назначить жителя. У некоторых... В постройках можно выбирать собираемые или производимые ресурсы. От правильного выбора здесь зависит эффективность работы. Назначить жителя. Так, при необходимости сменить можно. И как понять, кого мне сюда? 105% эффективность. 85, короче, у нас только один бездельник. Так, Алтай, идешь, короче, ты работать. Назначить работу горожанину. Все, первый есть. Первый есть. Shift, смена режима. Можно сражаться еще на shift. Слушай, так-то прикольная игра, мне очень нравится. Пойдет, пойдет. Надо кровати начинать строить. У нас с кроватями вообще огромная проблема. Охотиться можно? Я могу кролика убить. Дайте я попробую кролика бедного убить. Да, можно. И он меня еще резко. Да ты че, кролики? А вы твари. Так, все получено. Да, крольчатинку мы замочили. Так, давайте соберем жителям, принесем. То есть, получается, в этом мире мыши едят кролей. Нормально так, чего бы нет. Давайте получим. Положим. И надо бы строить кровати. Как мне тут, подожди, кровати-то делать? Q, строить. Наверное... Услуга, туалет. А насколько туалет хватает людей?
Непонятно, здесь не написано. Но она дает 20 плюсом. Армия еще есть. Баррикады. Стол для исследования. Могила. Что? Королевская постель. Очень хорошая, удобная постель. Изготовлена специально для членов королевских семей. Ну, это прям надо тут заморочиться. Очень много ткань. Надо всякое... Такого у нас, боюсь, нету. Дерево зато у нас производится. Мы в будущем сможем сделать... Вот, обычная постель, да. Нам надо такие дохера. Автоматическое или ручное назначение? Что? Да пусть спят. Одну хотя бы давай, недостаточно ресурсов. И начинаем собирать ресурсы для постели. Для дальнейшей. Так. У вас достаточно ресурсов для строительства. Пришла пора построить исследовательский стол. Ну подожди теперь. Дай немножко мне времени. Угу. Мне хоть кровати бы надо обеспечить, я думаю, для начала. А то кровати даже нет, вы чё? Прибыли новые, еще новые переселенцы. А где мне можно посмотреть, сколько я могу вообще переселенцев нанимать? А, 20 максимум я могу нанять. Я понял. Так, Зури. Сверхнапряженно умирает, когда уровень счастья падает ниже 20. Жесть. Бережливый, скорость потребления базовых предметов минус 30%. Причем таких два. Давай, возьмем вас двоих тогда. Ограбленные торговцы. То есть у них у каждого еще своя какая-то предыстория есть. Интересно, интересно. Так, собирательство. Тихо, тихо, игра. Идите, добывайте. И надо продолжать строить кровати. База. Кровать. Да, еще одну сможем построить. Так, назначит жителя. Ну пусть тот же Алтай здесь спит. Сколько надо еще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть еще кровати надо. Ресурсов надо просто пипец, сколько много. Но я думаю, надо продолжать опять же строиться сюда, добывать. Так, пусть копают. Будем копать вглубь. Здесь будут кровати для крысяков. Для наших. Да, то некоторые, видите, уже падают. И стол для исследования нас тоже просят уже построить. Давайте это сделаем. Рядышком вот так вот. Внизу тогда слева здесь будет производство, а справа всякие разные кровати. Ну пока хотя бы базовые сделаем. Так, Джейк пусть будет спит. Самые первые два наших крысюка. Ну продолжаем дальше строить. Так, жителям нужна еда, жителям нужна радость, жителям нужна гигиена. А почему гигиены перестало хватать? Может быть, надо еще один туалет поставить вам? Может быть, им туалета не хватает одного? Я даже не уверен в этом. Вон сидят, короче, на толкане. Строительство завершено, идите к исследовательскому столу. Пойдем посмотрим, как это работает. Так, исследовательский стол. Исследовать. В окне исследования можно разблокировать новые постройки. Как и в меню стройки, нажимаете, короче, чтобы выбирать пункты. Для исследования вам понадобятся очки исследования. У нас уже 12 очков исследования, если что, есть, нормально. Их можно набирать, строить лаборатории. Угу. Нажмите F, чтобы узнать подробнее. Блок земли, постель. Постель мы уже вот научились сделать. Мягкая постель, больничная койка. Железная дорога. Лестница. Деревянный блок. Блок из древесины. Ну, в принципе, зачем? Вопрос. Тут мне особо ничего не надо. Только если какое-нибудь мини-хранилище. Может, пересыльный пункт. Так, а здесь что? Лагерь лесорубов. Пост лесоразведения. Охотничья хижина. Бак с водой. Хм... Ткацкая мастерская, столярная мастерская, бойня. Каменотесня. Аптека, кстати говоря. Угу. Печь для обжига, мельница, гриль, дубильня. Ну, короче, тут дохерища всего. Туалет, школа.
Место для обучения жителей. Учиться, учиться, еще раз учиться. Массажный лежак. Церковная сцена. Цирковая. Баррикады, двери, ловушки, шипы. Маленькая картина, деревянный ящик. Это чисто вещи такие. Не шибко интересно. Почтовый ящик. Позволяет управлять постройкой рядом с ним. Святилище крысы. Сила этой крысы позволяет использовать особые навыки. Королевская кузня. Будем ковать снаряжение для лидера. Крематорий, кладбище. Камень учета жителей. Тюрьма. Охренеть. Дипломатическое управление, колокольня. Очки за исследование, то есть за что мы получили, по всей видимости. Ну чё, с чего бы начинать? Я вообще не врубился, а чё мне надо? Деревянный блок, шиферный блок. Больничная койка. Может быть, больничную койку сделаем? Для восстановления здоровья, точно. Хотя бы одну надо такую сделать. И двухъярусные кровати. Экономит место, вот чё мне надо. Давайте двухъярусные кровати. Тебя тоже откроем. Деревянная лестница еще. Лазать по ней гораздо легче. Да, и деревянную лестницу тоже сделаем. Блок из прочной древесины. Ну, пока вроде не надо. Каменные блоки. Хотя это тоже все пригодится, по идее. Железная дорога, жесть. Мини-хранилище. Лифт. Так, у нас еще 5 пунктов осталось. Пока оставим, потом, я думаю, мы применим где-нибудь. Так, и кровати эти, значит, надо переделывать будет. Исследовательские очки заканчиваются. В дополнение к новым ресурсам, исследовательские очки также могут быть получены путем строительства исследовательского института. Помните об этом. А что за исследовательский институт? Я вижу, какая-то лаборатория. Место для изобретений. Подожди, есть лаборатория, а есть... А, стол для исследования. Это разные вещи, ясно. Так, скамья, баррикады, туалет. Я думаю, надо еще один туалет ставить. И лабораторию тоже. Производство, очки исследований, да. Как раз таки. Пункт сбора материалов. Что угодно травообразно. Ну, короче, нужны доски. Доски, 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 доски. Так, пусть тоже кто-нибудь будет спать здесь. Мэй, например. Потом переделаем. Сейчас, когда будем ставить двухъярусные кровати, они намного лучше. Жителям нужна еда. А еда заканчивается. А я могу как-нибудь их охотиться послать? Почему я не могу на охоту отправить, типа сказать, убить? Добывать. Ремонт, снести, собирать. Я, короче, почему-то не могу их делать воинами, получается, так. Так, одного убил. Надо охотников делать. Там можно было, точно, там можно было прокачать охотничье дело. Так, давайте сразу им приказ на сбор. Они заберут ведь, да? Нет, они не могут даже забрать, что ли? Странно. Так, давайте пару голов бедных этих кроликов принесем. Все, нате, держите. Блин, слушайте, по идее, я, наверное, пока не буду брать. Я не успеваю даже этих обслужить. Они что-то у меня совсем зашиваются, друзья. А вот сральник еще один надо построить. Сральники у нас будут, значит, здесь. Давайте еще один сральник. Вот столько места освободим, там будет нормально. Пусть идут копают. Чё ещё, я думаю, надо сделать? Так, вижу, карта у нас есть. Так, кровать двухъярусная почти исследовалась, отлично. Так, пойдем поможем копать. Реально обосрутся сейчас. Вон, сидят, тужатся. Так, невозможно это сделать. Отлично. Кью, строить, производство, наверное, услуга, туалет. На, держи еще один туалет. Так, еще добыча. Мне надо как-то, короче, сделать, чтобы вот этот сбор всякой разной лабуды происходил автоматически. А то не очень удобно получается.
Так, двуярусная кровать. Все, почти исследование завершено. Все, 100%. Двуярусная кровать есть. Эврика. Использовать первый чертеж. Так, вот, двуярусная кровать. Да, отлично, она намного лучше. Да, действительно. Эти тогда надо разбирать, они нафиг мне не нужны здесь. Так, все, сносим. Сделаем, короче, может, даже 5 двухъярусных кроватей. Я думаю, нам этого вполне себе хватит. Ну, жопа спит. Пойди сюда поближе. Ладно, пусть спит. Не буду его тревожить. Пусть отдыхает. Так, здесь какая-то яма. Пчелы с медом, смотри. И рыбы сверху есть. Вы это понимаете? То есть мне надо как-то научиться охотиться, рыбачить и против пчел сражаться. Это очень перспективное занятие, я думаю, в будущем будет. Короче, кумеком, кумеком наматываем на ус, как говорится. Так, нужно новые кровати строить. То не дело. Блин, нужно больше древесины. А кто-то может, кроме Алтая, делать? Потому что, ну, он пипец какой-то медленный. Хотя он вроде как работает нормально. Хрен его знает, короче. Скорость потери выносливости. А, так он из-за того, что старый, он быстрее выносливость теряет. По идее, пената бы надо. Ладно, пусть работает сана. Немножко хоть пошустрее будем получать древесину. Так, еще надо исследования. Надо какие-то эти учиться делать. Учиться делать оружие. Ну, что я думаю. Серега, я вернулся. С возвращением. Во, охотничья хижина. Место подготовки охоты на животных. Ну и баки с водой тоже. Но сначала давайте охотничью сделаем. Исследовать. Потом, наверное, нужно лагерь лесорубов сделать. Можно зарезервировать только 3 исследования. Ну, ждем, короче, пока старые исследования сделаются. Больничные койки и все такое. Сейчас крусяки поработают. Главное, чтобы потолок на нас не обвалился, иначе будет вообще трэш. А что это такое за... Это глина, да? Такая желтая. Ее мы не добывали, еще надо было кусочек хотя бы попробовать добыть. Так, здесь, наверное, знаете, еще сверху. Сейчас я посмотрел. Добывать. Вот так вот сделаем. Интересно, плавать у меня умеют крысы или нет? Лучше расскажу сюжет моего мульта. Ну, если в 2 слова, давай. Попробуй. Удивим. Ладно, пока только этот один. Посмотрим, что будет. Надо как-то научиться рыбу добывать. Еще кровати надо делать. Короче, ладно, занимаемся пока кроватями. Самая наша главная вещь. Так, и все еще нету ресурсов. Так, спят на полу. Давайте, жители, опять же, Алтай. Алтай, Джек, идите спите. Ну, я условно в 2 словах. Так, кратенько. Суть-то в чем, как говорится. Я хочу вот этот материал попробовать добыть. Тогда попробуем, знаете как? Вот эти 2 уничтожим. Я вот хочу попробовать глину добыть. Посмотреть, как это выглядит. Я не знаю, правда, наши крусяки умеют плавать или нет. Вот в чем проблема. Так, больничная койка тоже у нас есть. Больничная койка, вот она. А, нужны какое-то лекарство. Слушайте, лекарства у меня нету, боюсь. Лекарства я не научился делать еще. Ну ладно, что ж, нет так нет. Но нет, как говорится, и сюда нет. Тайные мифы, вот на 2 слова. Забавно. Ну, вроде добыча идет. Главное, чтобы рыбы не умерли. Так, еще могу 2 заселить сюда. Так, давайте Мэй. Плюс Нелла. Такой даже не помню, если честно. И продолжаем строить. Недостаточно ресурсов. А, блин, кто-то делает вообще? Я же просил, чтобы вы делали мне ресурсы. Вы че? Работает. Ну ладно, работает вроде. Странно. Странная добыча идет. Очень странная.
Очень медленно, я бы сказал, очень странно. Так, жителям нужен отдых, жителям нужна еда. Вот с едой вообще супер проблемки. Так, давайте немножко здесь еды добудем. Ну, ребят, извините, мне даже не хватает места. Я пока новых точно приглашать не собираюсь. Так, пусть добывают. Ну, они типа бегают, что-то все, что-то делают, но по факту. Мифы давно поменялись на детектив. То есть тайны и детектив. Что-то типа про Шерлока Холмса. Лепестки. Получено очко исследования. Еще дополнительно. Охотничья хижина. А я, кстати, могу, получается, поставить еще что-нибудь на исследование, ведь правильно? Давайте. Что я там хотел? Я забыл. Ну даже не знаю, не знаю. Что-то нам еще надо вообще. Больничную койку, я думаю, после этой ночи надо будет делать. Но пока, думаю, не буду тратиться на нее. По сырью. Пункт сбора. Надо мне пункт сбора. Я даже его... Блин, опять же досок не хватает. Ни на что досок не хватает. Короче, ждем, пока они сделают кучу досок. Теперь у нас два крусяка работают. Надеюсь, они смогут это сделать. Так, и можно еще крыс подселить. Сено. Давай. Ну... Все. И можно еще одного крысяка даже взять. Пойдем еще одного возьмем. Надо какого-нибудь сильного взять, кто будет нашим воином. Так, переселенцы. Ну... Скорость расхода веселья. Очень агрессивный какой-то крысюк. Странники. Пропавшие искатели приключений. Давайте искателя приключений возьмем. Пусть будет он. По идее, конечно, все еще... Опа, началось. Началось. Враги прокопали дыру и подобрались к нам. Город в опасности. Будьте осторожны, к городу приближаются странные крысы. Нажимайте Shift, доставайте оружие. Сейчас мы устроим взаимодействие. Фу, твари. Ломают наши эти. На город напали, нужно что-то делать. Давайте шевелиться. Так, минус две крысы. Кто-то еще? А, еще какие-то слизни. За срань. Так, это есть. Город все еще якобы атакован. Так, у нас появился житель с просьбой. Подберитесь ближе к нему и воспользуйтесь левой кнопкой мыши. У вас будет выбор последствия. А, все, это все нападение. Ну, наверное, тоже будет со временем сложнее и сложнее все.